Приближаемся к айсбергу. Маленькая белая верхушка становится все ближе. Но на самом деле он был под нами все это время. Нет ничего хуже детей. Оригинальный сериал Apple. У нас плохие новости насчет этого дела. Мы взяли отпечатки пальцев жертвы. Это ваш сын. Должно быть какое-то объяснение. Они ходят в одну школу, Джейкоб в его классе. Да, мы знаем. Лин, вы арестовали моего сына? Пока мы не начали, я хочу кое-что прояснить. Если ребенка в твоем возрасте обвиняют в убийстве, его судят как взрослого. Клянусь, я этого не делал. Мы тебе верим. Новый мини-сериал. Ты признал, что был в парке. И кое-кто из учеников заявляет, что у тебя был нож, и ты брал его в школу. Ну, наверное. Они говорят, что он наглый и беспощадный. Это будет преследовать его всю жизнь. Это ошибка. Мы что-то придумаем. Вы не сомневаетесь, что Джейкоб невиновен? Конечно, нет. Где нож сейчас? Так ты врал мне? Я сделал то, что и любой другой родитель. Нельзя полагаться на суд. Наша единственная задача — это защитить нашего сына. По бестселлеру из списка «Нью-Йорк Таймс». Мы узники в собственном доме. Делаем вид, будто мы нормальная семья. Так и есть. О боже, ты думаешь, это нормально? Нужно самим найти ответы. Я знаю, что ты сделал! У адвокатов есть рамки, а у меня больше нет. Помните, что им кажется, виновен не только Джейкоб. Вы все виновны. Ты следил за мной? Это влетит! Это улики! Ты пугаешь его! Хорошо, он должен бояться, я боюсь! Мне нужно знать. Мне нужна правда! Ты можешь быть хорошим человеком или хорошим отцом. Наша жизнь никогда не была нормальной. Только до и после. Защищая Джейкоб. 24 апреля. Только на Кероб ТВ.